Ну что ж, всем привет, дорогие друзья. Москва. Очередной день города празднует Москва. И в этот день мы начинаем второй круг чемпионата России по футболу среди женских команд. Ну и надо сказать о том, что... И начинаем второй круг. Восьмой тур сегодня стартовал, на самом деле, уже достаточно давно в Красноярске. Ну а у нас матч из Чертаново, где местный женский футбольный клуб принимает «Звезду 2005» из Перми. Ирина Филимонова, инспектор этого матча. Ну и давайте о составах играющих команд. К тому же, что Чертаново уже началось с центра поля. Розыгрыш за командой в синем. Номер 18. Валентина Орлова номер 17. Алена Кофтон номер 3. Сейчас атака как раз «Звезды» через правый край. И это удар поворотом и добивание. И выручает свою команду сейчас Пономарева. И все-таки гол. И 1-0. Вот так быстро открывает счет «Звезда». И отличается, насколько я понимаю, Олеся Курочкина. Седьмой номер. Капитан команды «Звезда». И как тут не сказать о том, что день рождения сегодня у капитана. Конечно, вот такой... Такой подарок на день рождения, это всегда особенно приятно. Из-за боковой вновь Джаникашвили, ближний партнерша по команде Солонович. А вот удар, или даже подача, и 1-1 счет становится. Но нет, мяч не засчитан. Поднят флаг первого помощника Анастасии Топоровой. Офсайд. Офсайд, ну, судя по всему, да, у Виктории Дубовой. Виктория Дубова одна из двух футболисток Чертанова, которая до этого тоже уже удалось забить один мяч. 6 забитых, 4 пропущенных. Говорил я уже, что это третья строчка в турнирной таблице. Подача на Курочкина. Удар головой. Опасно. И тащит мяч сейчас Диана Пономарева. Аплодисменты, естественно, в адрес вратаря команды Чертанова. Вновь хороший эпизод у Курочкиной. Аут в итоге в пользу Чертанова. Быстренько из-за боковой разыгрывают. Девушки в синей форме. Ну вот потеря в центре поля. И опять, естественно, передача вперед. Ближе к флангу. Акимова смещается в центр. На Курочкину в штрафную. Курочкина берет небольшую паузу. Еще одну паузу переложила мяч. И еще и бисиклет. И бьет. И что, это гол или нет? Да! Вот это да! Ну, творит просто сегодня Олеся Курочкина. Браво! Первый удар не получился, затем исполняет бисиклету. Диана Пономарева тащит вроде бы мяч, но тот предательски заскакивает в ворота Чертанова. И счет становится 2-0. Ну, просто красота! Тем временем там оказывали помощь Джаникашвили, насколько я вижу, за кромкой поля. Это удар поворотом и перекладина. И это удар от ворот в итоге. Вот это да. Еще один хороший эпизод перед воротами Чертанова создают девушки из Перми. Ну, Илина их там успела за игровой снаряд побороться. И для Акимовой, в общем-то, его откинула. Акимова простреливает. Опасно опять. И на подборе, и еще один удар Пономареву прямо перед собой. И там уже просто разряжает обстановку. Елизавета Семенова из-за боковой. А дальше Дубова. А Солонович там за спиной сразу у двух защитников «Звезды 2005». Еще бы точную передачу бы туда сделать. Но как так мяч забросить-то? Вот это главный вопрос. На который ответ, возможно, мы получим уже во втором тайме. Ну что ж, начался второй тайм матча женской. Чемпионат России по женскому футболу. Суперлига. И Чертанова принимает в восьмом туре «Звезду 2005», и пока футболистки Чертанова уступают со счетом 0-2, мощнейший заводящий, конечно, группа поддержки Чертанова, побежал сейчас по всем трибунам, просит сделать перекличку, подача тем временем Чертанова, опасный момент, и рядом со штангой мяч катится, но вот говорил я о невезении Чертанова, вот этот сезон просто символ невезения, символ команды
важнее всего. Ну а для Чертанова мы видим развитие молодых игроков сейчас важнее. Я говорю про сейчас, потому что не стоит забывать, что Чертанова вообще-то не так давно стала серебряным призером чемпионата России. А здесь Олеся Курочкина делает хет-трик. Браво! Что она творит сегодня? Это просто что-то невероятное. 3-0 в пользу «Звезды 2005». И все три мяча на счету Олеси Курочкиной. Ну вот и зачем ей, собственно говоря, кому-то там отвечать в единоборствах? Она все делает в качестве забитых мячей. Седьмой номер «Звезды 2005». Делает отрыв уже три мяча. Ну, дело близится к разгрому. Там же была и Анастасия Акимова, насколько я понимаю. А теперь уже подача с другого фланга. Курочкина не попадает, но попадает Надежда Ильиных и делает счет 4-0. Да, конечно, было бы еще красивее, если бы Курочкина вот этим кивком головы, который она сделала мимо мяча, переправила его в ворота, оформила бы покер. И, ну, просто это был бы, наверное, лучший день рождения в жизни, да, с большой долей вероятности. Но здесь тоже классный гол. Дубова. В центр на Трофимову. И здесь тоже чисто сыграно. И главным образом, что мяч-то себе просто слишком легко как-то возвращает «Звезда 2005». Курочкина уже в чужой штрафной. Еще один удар. Очень опасно и отражает все-таки его Диана Пономарева прямо перед собой. Мощный момент был. Ничего не скажешь. При счете 0-4. При 0-3-то было практически невозможно. А здесь Курочкина. Еще одна атака. Передача поперек. И 5-0. Забивает София Шишкина. Олеся Курочкина еще и добавляет голевую передачу ко всем своим достижениям этого матча. Ну, просто уничтожение сегодня продолжается. Откровенно говоря, ничего не клеится у Чертанова во втором тайме. Ильиных, и ведь нет офсайда. И побежала она дальше, и она уже в штрафной. Да, против нее там Бессолова, падает Бессолова. Ильиных — мощный прострел. Курочкина на добивании. Пономарева уже отчаянно бросается за мячом то в одну сторону, то в другую. И отбивает в последний момент собственную партнершу по команде. Так мог и еще один курьезный гол состояться в эту последнюю добавленную минуту. Готовится к его исполнению. Та же Алена Андреева. Подача получается абсолютно неточной. И на этом все. Будем с вами прощаться. Благодарю вас за внимание, коллег, за работу. Удачи вам, друзья. И оставайтесь, будьте в спорте, следите за женской суперлигой. Пока.